Шаббат. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом. У меня приготовление уже... Семинар проводил сегодня, слава Богу. И вот последние минуты эти готовился сейчас как раз к трансляции такой, к шаббату. Да, здесь Евангелие у нас. Плод виноградной лозы. Паребригагавен. Да. Вот, халы у меня есть. Так, халы, халы, халы. Так, сейчас я достану обе халы. Пакетик с красивым таким украинским узором у меня здесь. Так, наношу. Конечно, когда сестры готовят, там, конечно, все интересней. Но я так, как мог, старался. Вот, купил таких две халы замечательных. Свечи зажег. Свечи уже сразу зажег я. Вот, шабатные. Купил виноградного сока, взял халы. Да, две халы. Замечательно. Вот как бы, как-то так. Так. Ай-яй-яй-яй. Хотя бы немного видно будет, да, наверное, трансляции, по крайней мере. Праздник к нам приходит. Ой. Приготовление, приготовление к празднеству. У меня, в принципе, готово. Вот, остается минутка. Вот, подключаюсь. Так что всех приветствую. Всех вас приветствую, друзья. А, так, здесь видно. Видно тоже. Вот, пробую прямой эфир сделать и в группе Шаббат Шалом. Шаббат Шалом. Группа Шаббат Шалом. Вот, на Ютубе. На моем канале тоже подключился. Вот. Так что жду сейчас, кто подключается у нас. Надеюсь, семья моя подключится сейчас. А кто не сможет подключиться, те тогда уже в записи будут смотреть. Ну что, позвольте объявить шаббат уже начавшимся. Шаббат шалом. Благодарю Бога Всемогущего сегодня. Благодарю Господа за жизнь. Благодарю Его за дары Его, за счастье жить с Ним. Вот, сегодня у меня на столе плод виноградной лозы, две халы, зажжены свечи.
В общем-то, все готово. И самое главное, конечно, не просто приборка квартиры, готовка еды, все главные элементы, чтобы были шаббаты, но самое главное — приготовление нашего сердца, приготовление нашей души. И сегодняшний вечер — начало нового дня. 15 ава уже к закату, к завершению своему, и начало уже 16 ава. Вот. А 15 ава у нас — это праздник влюбленных. Спасибо, Господи, я уже, значит, даже поздравлял сегодня людей в таком прямом эфире. Вот, и хочу начать с этой песни. Песни влюбленных. Потому что в книге всех книг, да, вот у меня есть Евангелие, там, вот мне полностью Библия есть. В книге всех книг есть песня всех песней. Я так обычно рассказываю людям. Вот, а в этой песне всех песней, которая в книге всех книг, есть стих всех стихов. Самый главный стих из Писания. В оригинале он звучит так. «Они ледоди ведоди ли». «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне принадлежит». Спасибо тебе, Господь. Время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, вот он идет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Гряди, Господи Иисусе, слава Тебе. Аллилуйя. Иешуа Машиах. Аллилуйя. Спасибо, Господь, за все. Спасибо за этот чудесный вечер. Эрев Шаббат – это начало субботнего дня. Да, мы последние минуты подытаживаем неделю трудовую. До свидания, пятница, до свидания, неделя трудовая это, и входим в день покоя, Господний день святой. И почему тевехалы, да, на столе? Потому что вот, каждый раз в пятницу выпадала двойная порция нам в пустыне, манны, манна, ангельский хлебушек падал с неба на землю. Удивительный момент в истории человечества. Разве что можно сравнить это с самым-самым первым шаббатом, когда ангельский хлеб кушал человек, первая семья — Адам и Ева, Ева и Адам, муж и жена. Всего-то человечество было на земле. Ты да я, да мы с тобой, как говорится. Вот так оно и было, да, ты да я, да мы с тобой. Адам и Ева, одна семья была сотворена, мужчина и женщина. И первый шаббат на планете, он прошел вот так вот. Да, были животные, были растения, были рыбы, все было сотворено. И был сотворен человек, Адам и Ева, мужчина и женщина. И первый шаббат на планете Бог провел с первой этой семьей. Ну, а с этой семьи уже
как с небольшого ручейка начинается огромная река людства, всего человеческого рода. Сегодня нас миллиарды, сегодня нас много очень на планете. Тогда было всего лишь два человека. Но, друзья, Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. С тех пор вот, прошло уже 5778 лет со времен первого шаббата. Да, со дня первого шаббата прошло 5778 лет. Скоро будет, вот в сентябре будем с 9 на 10 сентября, мы будем отмечать, даже такое сделаем служение такое специфическое, как раз Йом Труа, праздник трубного зова, или же Рош Хашана, голова года. От сотворения мира отсчитываем годы. Вот, хотя по традиции мы также и библейской, как Бог повелел, и от Пасхи, от нашего исхода отсчитываем месяцы, годы. Так вот, значит, а от Пасхи 3330 год сейчас. Да, от Пасхи, от нашего выхода из рабства 3330 лет прошло. Интересно, красивое совпадение такое, да? Еще 3 года пройдет и будет 3333 года. Интересно. От Пасхи, от нашего выхода. Как Господь и повелел, собственно. Месяц сей, Он сказал, да будет Нисан, Авив, да? Да будет у вас начало месяца всего года. Для христиан из неевреев эта тема очень интересная, очень важна, потому что, друзья, потому что действительно это наши корни. Это библейские корни, потрясающие. Есть разные традиции, языческие, чаще всего христианские традиции. Вот, значит, есть оккультные традиции, даже бесовские. Но есть божественные традиции. И вот это божественное, самое, что ни на есть, традиция божественная. Когда Господь сам повелел. И две главных причины шаббата. Почему мы празднуем субботу, Господний день? Почему не воскресенье, допустим, да? Почему, значит, не понедельник, не вторник, не среда? Почему именно суббота? Седьмой день недели в библейском исчислении. В гражданском это шестой день недели, в гражданском нашем календаре сегодняшнем. А в библейском, божьем, это является седьмым днем. Почему? Потому что первая причина соблюдения шаббата, почему мы храним и соблюдаем, потому что Бог создал весь этот мир. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. И поэтому каждый человек, который чтит субботу, Господний день, он тем самым провозглашает всему этому мирозданию, что этот мир, он создан Богом Святым. Этот мир создан самим Создателем, Отцом нашим. А вторая причина как раз шаббата, это то, что он вывел нас из рабства. Это праздник свободных людей, что мы не рабы, рабы не мы. Мы дети Бога. Слава тебе, Господь, за все. Благословен ты, Бог наш, благословен Господь. Вот, и я хочу взять хлеба. Хочу взять сегодня, сейчас вот, и плода виноградной лозы, и помолиться. Да. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Вкусный хава. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом. Шаббат шалом, моя семья. Шаббат шалом, все друзья. Шаббат шалом. Субботний мир святой. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом.
Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. О, Давину, хай, наш Отец живой, о, Давину, наш Бог великий Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова живой. О, Давину, хай, Авину, Малкейну, Мшеба, Шамаим, Отец наш, который на небесах, сущий на небесах. О, Давину, хай, о, Давину, о, Давину, о, Давину, хай. Ам Израиль, ам Израиль. Ам Израиль хай, и народ наш, потому живой Израиль, потому живой, потому что Бог Отец живой. Ау Давину хай, о Давину, о Давину, о Давину хай. Ам Израиль хай, ам Израиль хай, ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль хай, хай. Я всем вам желаю мира. Эйвейну шалом алейхем, эйвейну шалом алейхем, эйвейну шалом, шалом, шалом алейхем. И благословляем Израиль, благословляем столицу возрожденного еврейского государства, город Иерусалим, Иерушалаем. Благословляем Иерусалим, благословляем город Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, Израиль. Очень важно, каждую пятницу вечером мы благословляем, молимся. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалу, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, шалу, шалом, Иерусалим. Ну и всем вам субботний мир. Шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, 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 шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Субботний мир всем вам, мир всем, шалом, шаббат шалом, субботний мир, Божий мир святой, аллилуйя. Так что входим в божественный покой, славим Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Все. Все. Теперь только вы и Бог, только мы и Бог, только я и Бог поклоняемся, славим Господа, погружаемся в Него. Аллилуйя. Аминь. Благословляю всех вас, дорогие друзья, благословляю сейчас свою семью, жену свою, Инну Сергеевну, детишек наших все благословляю, внука благословляю, зятя благословляю во имя Христа. Благословляю всех вас на еврейском языке и на русском языке благословляю. Еверехеха Адонай веишмареха, Яхер Адонай панавелейха вихунекха, Иса Адонай панавелейха веяселеха шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир.
Бешем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, субботний мир, Господний мир, мир всем, шалом, мир всем, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом.